После долгого простоя вновь возобновились работы на автодороге Енисей, участке от Пригорска до Стебаканского кольца. Рабочие здесь трудятся уже несколько дней. Сейчас мы находимся на составляющей большой автодороги, пролетном сооружении, это мост. И уже здесь можно увидеть, как, собственно, будет выглядеть эта трасса, четырехполосное движение. Ну а по обочинам пойдет тротуарная дорожка. Каждая из полос выделяется специальными выступами. Разделение движения потока машин специальной насыпью. Ширина моста составляет 28 метров, длина 50. С одной стороны сооружения рабочие укладывают гидроизоляцию. С другой делают стяжку, чтобы в любой сезон года пролетные строения моста не ходили. Вместе с тем рабочие признают, что полностью оформить сооружение в этом году не удастся. Здесь сюда должны дорожники землю отсыпать. Здесь засыпется все, плиты мягкого веса ложатся и все. Они у нас с той стороны вообще ничего нет. Но если погода позволит, то в принципе не успеет до зимы, нет. Все равно. Там морозы начнутся, там бетонные работы, а бетоном нельзя. Сейчас на объекте трудится больше десятка человек. Приехала подмога из Канска. Дорожные работы возобновились и на развязках, и разравнивают одну из полос будущей автодороги. Но несмотря на возобновление реконструкции, заказчик, Федеральное управление автодорог Енисей, не хочет продлевать контракт с подрядчиком. Работы слишком затянулись. Деньги на объект выделены колоссальные, до 2 миллиардов рублей. Не освоена и половина. Да, в суде рассматривается дело по расторжению контракта с подрядчиком. Почему? Потому что существенное отставание от календарного графика. В этом году выполнение вообще там минимальное. Мы работы не останавливали никакие. В принципе, подрядчик мог работать. Первое судебное заседание назначено уже на завтра. Заказчик признает, что пока не будет решения суда, подрядчик вправе продолжать работы. В том числе ему гарантированная оплата труда в случае качественного исполнения контракта. Екатерина Ярушина, Руслан Шелгинов, РТС.